Вижу Юнити. Предвкушаю победу. Здорово, солнышки. Сегодня у нас будет немного необычная игра. Она называется... Ну, никто не знает, как она называется, поскольку здесь обычно название игры пишется, а сейчас его нет. В общем-то, подписано в Стиме как No One Lives Under the Lighthouse, то есть никто не живет под маяком. Ну, очевидно, тут же болото под ним, посмотрите, разве что Шрек. В общем-то, игра оформлена в таком пиксельном стиле. Нечто подобное когда-то было у меня уже на канале. Я не помню, как называлась игра, там типа что-то VHS-кассеты было. Ну как VHS-кассеты? Разработчик просто фильтр поставил, мягко говоря, да. И вот этим вот фильтр блевотный, ты сквозь него должен был что-то видеть. Это немного другое. Это уже немножечко другой проект. К сожалению или к счастью, у нас в него мало кто играл. То есть, насколько я понял, ключи выдавали в основном западным ютуберам. Возможно, и нашим. Возможно, и нашим, и вашим. Я просто все пропустил. Мне ключи никто не дает. Я это сам за 99 рублей он покупаю и играю теперь. Видно очень плохо из-за вот этой вот ряби. Вам-то, наверное, получше будет, поскольку у вас окошко поменьше. У меня фуллскрин просто... Ох! Не передать словами, ну ладно. В принципе, я думаю, как-нибудь это. Разберемся. Что у нас, значит, есть? У нас есть маяк. И у нас, как я понял, есть смотритель маяка, собственно, главный герой. Безногий, левитирующее облачко, летающая камера. Но Unity было бы не Unity, если бы тут модельку сделали. Что тут делать примерно, я знаю. Вот примерно вот это. Тут музыка играет, что-то жужжит, красота. В общем, что примерно делать, я знаю. Но это не значит, что игру мы пройдем быстро. Здесь ничего нет, понятно. Но это, собственно, как называется... Есть у нас эти кораблеведы в комментариях. Как называется вот эта вот штука на маяке? Это типа лампы или фонаря, или прожектора? В общем, его головная часть. Вот он вид. Опять же, ни черта абсолютно не видно, потому что сейчас ночь. Нужно будет, наверное, с утра сюда спуститься и посмотреть, полюбоваться. Пока что нет... Да ты меня высадил, пока что нет ничего. Нам нужно прямо вот... Он, кстати, бегать не может, поэтому здесь будет все очень медленно, так размеренно, тухло. Ну, в общем-то, как обычно в инди-хоррорах на Unity, только это лавкрафтщина, насколько я знаю. Разработчик каким-то там произведением, возможно, вдохновлялся. Спойлерить он ничего не стал, благо. Ну, что не стал, он проспойлерю я, верно? О, лампа. Лампа — это хорошо, на самом деле. Наверное, стоило сразу сюда зайти. Я не подумал почему-то, что здесь какая-то кладовка. Я думал, сразу наверх надо. Здесь еще подвал есть. Это... Я не знаю, что это за баллоны. Баллоны с чем-то. И больше, в принципе, ничего. И подвал. Спускаемся, конечно же, в подвал. Вы вот это вот видите? Сейчас скример будет. Хотя есть шанс, что это моя тень, ну ладно. Он снова появляется. А зачем сюда-то спускался? Да это моя тень, да понятно все, это не скример, я все перепутал. Я вас дезинформировал, извините. Что это? Это какая-то масленица. Я набрал масло? И я могу переключать предметы, охренеть! Это действительно нормальный? Никого нету дома, приходите, пожалуйста, потом. Никого нет, ни смотрителей маяков тут нет, ни Хэппи Вульфов тут нет. Никого тут нет, не стучите, пожалуйста. Не открывайте, если что. Там скример будет. Может, смазать надо? Нет. Пошло, поехало! Его, оказывается, зажать надо было, а я один раз нажимал. Меня что напрягает, тут нет абсолютно никакой музыки. Здесь нет никакого эмбиента, вот если, допустим, молчать. Что происходит? О! Нихера себе, оно крутится! Ну отлично, я что-то сделал. Но оно не горит. Вот в чем проблема. Видимо, сюда надо залить масло. Отлично! Я запитал маяк!
Ну, с первой-то задачей я за сколько справился? За час? Но все равно неплохо. Теперь все призраки будут знать, что я там. И скоро они придут за нами. Все сломалось. Предыдущий смотритель исчез. Спасибо, кстати, за русский язык. Полагаю, сбежал на лодке. Оставил свой пост, сучий пес. Ах ты, смотри, теперь на острове никого. Но это пока. Судя по виду, ты знаешь, что тебе предстоит, не так ли? В общих чертах. Ты должен зажигать лампу маяка вечером и поддерживать ее в рабочем состоянии до самого рассвета. Еще ты должен поддерживать все в чистоте, в особенности линзу маяка. А может, штука линза называлась? Управление вскоре найдет тебе помощника, ну а я... вернусь сюда через неделю. Удачи, не сойти с ума от одиночества. Ну, в принципе, можно разговаривать с самим собой, и тогда тебе никогда не будет одиноко. Говорят вообще, что это чревато немного. Но знаете, все вредно в нашем мире. А умирать здоровым жалко. Мне опять ачивку дали ни за что. О! Чайки! Ну-ка, кыш! Понятно, чайки как-то не очень меня уважают и моего смотрителя. И вообще насрать, они только вплотную подходишь, разлетаются. Так это что, чемоданы мои? Чемоданы. Интересно, если уйти и забыть их здесь, чайки спиздят твои вещи? Он уплывает потихонечку и становится все более и более пиксельно размытым. То есть он не просто сразу исчез, он именно отдаляется. Не знаю, насколько вам это заметно, у меня-то вообще просто каша из пикселей. Это панцирь большой черепахи с веслами. Она тоже приплыла сюда работать. Возможно, предыдущий смотритель также был черепашкой. Знаете, что интересно? Ведь персонаж мог появиться сразу у маяка с этими чемоданами. Ну или где-нибудь вот здесь. А его поместили прямо на пляже туда, чтобы ты сделал долгий путь до маяка. Везде осмотрелся, ознакомился с местностью и сейчас знал, куда тебе сваливать. В случае опасности. Она, я уверен, тут будет. Какая-то лачуга. Алло, ой. Я думал, хотя бы постучит. Ну, мало ли тут живет кто-то. У меня нет лампы. Здесь ничего не берется. Есть лопата, есть веревка. Но нет мыла. Ну, знаете, с лопатой тоже можно много чего интересного придумать, если под нужным углом надавить. Вон, картошку пойти копать, например. Ты оставил нам что-нибудь, смотритель маяка? Только трупы. В мешках. Ну и нормально, на самом деле. Страшнее было бы, если бы он вообще о нас не позаботился и ничего не оставил, верно? Еще один маленький домик. Типа сарая. В него тоже можно войти. Естественно. Зачем бы тут стоял, правильно? И в этом домике... А, кроватки! Матерь Божья. К зеркалу подходишь, там скример, да что ж такое? Так, ключик есть, книжка, ничего не берется больше. Положил чемодан. Компа... Так это не компас, стойте, это... Это какой-то анатомически правильно нарисованный маяк, скажем так. Так, и сундучок. Больше ничего нет. О, сунулось. Ну, рано или поздно оно так и получается методом тыка. Поэтому никаких проблем. Тогда возвращаемся к маяку. Чемоданы забросили. Не смотрите то, что я буду жить в сарае в каком-то Абдристоне. Вон сортир там находится за километр от него. Вышел, тебя ночью съели привидения и все. Не смотрите на это. С виду это старый маяк, но на деле это гильдия магов. Опять тут привидение в подвале сейчас будет.
Это что? Где эта масляная хреновина? Ее, по идее, заправить надо для того, чтобы смазывать маяк. Подвал закрыт. А у нас что, по сути-то, есть, получается, в этом подвале? Только вот эти баллоны с топливом для того, чтобы маяк смазывать? Ну или как эта хрень там называется, линза или что он там смазывает? Ну что-то смазывать, в общем-то. И все. Весь геймплей получается. Что такое? Я пропустил, там что-то было. Ну тогда это. За работу, старина. Корабли нуждаются в нас, мы путеводная звездочка. Знаете вообще, зачем маяки нужны? Вот именно для этого, чтобы корабли знали ориентир и не врезались во всякие острова и прочую залупу. Отлично. Музыку я не буду включать, ну ее нафиг. Музыка — это лишний шум. Вот она. Ну, конечно же, все масло вылил этот предыдущий смотритель. Кто был предыдущим смотрителем? Что за долбоеб? Взял пустую банку, оставил. Наполняй сначала и оставляй. Для того, чтобы люди после тебя вот так вот не спускались по 10 раз и не боялись. Верно же говорю? Наполнили. Вернулись. Вот что мне нравится, здесь пока нет скримеров. Вот когда нет скримеров, и вот атмосфера сама по себе такая обескримерная, вот это очень приятно. Плюс еще довольно быстро разбираешься, что тут надо делать. И геймплей играет новыми красками. Мне это очень нравится в хоррорах. Я же говорил, черепашка. А вы, небось, подумали, что это лодка перевернута. Ага, я-то знаю. Меня так просто... Тут всегда такой туман. Это не я. Это... Фу, это не я. Я вам клянусь, это не я. Это кто-то еще. Ну, вы видели, я же пришел сюда, потом проснулся, и тут вот это вот было. Это не я от страха оставил, потому что там черепаха ожила. Не надо все на меня, пожалуйста, сваливать. Он кушает... Хлеб с хлебом. Нормально. Скромненько. Он сказал, что все нужно поддерживать в чистоте, тот чувак на лодке. И я так понимаю, что эти вот кляксы сейчас нужно будет чистить, да? Или он имел в виду поддерживать все, что внутри маяка, все, что за его порогом, в принципе, никого не ебет. Справедливо. Тут невидимая стена, придется обходить. Знаете, чем больше вот таких вот моментов в игре, где нужно куда-то валить, что-то делать, тем длиннее получится видео. Некоторые люди обожают смотреть часовые ролики, в которых ничего не происходит, это как раз оно и есть. Тупые чайки, валите. В общем-то, что-то черное и грязное вылезло отсюда и оставило глазастую метку. Оно вылезло и поползло ко мне. Оно остановилось возле моей кровати, подумало, что со мной лучше не связываться, и куда-то ушло. И вот вопрос, куда оно могло деться? Это, наверное, самое интересное. Я понимаю, что это абсолютно неинтересно, но коль уж я играю в эту игру, я должен ее пройти, я должен каким-то заинтересованным лицом быть, согласитесь. Этот глаз, очевидно, тащим к сундуку и ждем появления вот этого вот уродца. Потому что это же может быть в теории и тот предыдущий хранитель маяка. Смотрите, он же эту масленицу оставлял незаправленной. Наверняка он пакса. Вылез, и чтобы мне поднасрать, чтобы меня уволить. Уволили, вернее. Оставил вот эти вот черные кляксы везде. Приедет тот мужик на лодке. Посмотришь, что весь остров обосран. Кто виноват? Соответственно, я. С кого спрос? С меня. Все понятно. Все по предыдущий смотритель.
Сукин ты, как он его, сукин пес он его назвал? Ты так просто не отделаешься. Инспектор Вульф снова в деле. Мы узнаем, что это за черная гниль тут была. И кто ее оставлял, я вам обещаю. Не пройду эту игру до конца. Ладно, не буду я ничего загадывать. Сейчас какие-нибудь ребусы пойдут за 1000. Хрен что отгадаешь. О, оно сюда заползло. А, это же мой дом, да. Я уже все забыл. Это что? Откуда здесь лестница? Лестница была в сарае. Тогда вернемся к сараю. Это ж сколько пиздошить туда? Он не может. А, он бегать начал! Он бегать начал! Он бегать начал! Ух ты, мое золотце! Теперь процесс пойдет побыстрее. Просто на маяке он почему-то не бегает. Вот предыдущий смотритель. Лох, сука, пфу на тебя! Подставить меня хотел. А этот молодчик. И бегает, и... Ну, не берется, вот. Лестница, она не берется, все понятно как. Значит, не время. Значит, еще пока не время. Но мы уже поняли, что лестницу туда подставить нужно. Она там появляется. Возможно, будет ребус с сортиром. Возможно, будет ребус с сортиром, никто не знает. Но то, что эта хрень пришла прям к нему домой, это, ну, в сортир, это на самом деле страшно. Может, оно, кстати, туда и шло. Может, оно туда и шло и случайно нассало. Ну, ладно, не будем, в общем, поднимать эту тему. Возможно, кто-то кушает, пока смотрит это видео. Приятного аппетита. Хотя уже слишком поздно. Ой. Не, ну когда в хорроре смешно, это здорово. Че, это тряпочка? Знаете, когда в хорроре хотя бы кому-то смешно, либо тому, кто его записывает, либо тому, кто его смотрит. Оно еще и стекла обосрало! Как почистить? Посмотрите. Чисть стекла! Чисть! Нет, ну лестницу можно было бы в теории сюда... Не, надо выйти, наверное. Лестницу можно было бы сюда подставить. Вот, кстати, можно осмотреться. Правда, уже всю географию мы и так выучили. Здесь ничего, кроме камней, нет. Никаких тех кораблей, призрак. Что-то на крыше, кстати, видите, виднеется. Что-то на крыше коричневое. Он трет или не трет? Три. Ах ты, предыдущий смотритель маяка. Подонок, что ж ты наделал-то? Вот, ну, вы думаете, хотя бы какое-то существо внеземное, там, привидение или дух, может вот так напакостить? Это же вот этот вот барабашка ебучий, который до меня был, вот он это все и устроил. Просто настолько плохим может быть только разве что человек. Чтобы вот тебя уволили, сделаю так, что уволят и следующего смотрителя. Теперь его, наверное, запитать надо в очередной раз. Зальем маслица? Понятно, маслица нет. Когда успел? Когда успел? А ты смотри, что делает. Смотри, что... Вот теперь тут все черное. И тут все черное. Наверняка сейчас что-то страшное будет. Понятно теперь, что никто не живет под маяком-то с такими проблемами. Дайте угадаю, оно сидит вот здесь, да, на кровати. Нет, единственная страхоебина — это мой персонаж, хорошо. Вставляем тогда глазик. И ложимся спать, я... не ложимся спать. Видимо, теперь я должен вернуться туда. У него тут, кстати, немало еды, неплохо он устроился. Швабра! Я почему-то так и думал. Вот это геймплей, симулятор уборщика, какая-то такая игра была. Теперь этим уборщиком спустя столько лет стал я, кто бы мог подумать. Окей, если подвал закрыт, значит, единственное, куда мы можем пойти, это либо дом, либо та вторая хижина. Поскольку больше здесь ничего нет. Ну только что я был у дома, ничего не происходит. Сортир я еще не обследовал. Сортир все это время скрывался от моих глаз. Может быть, мешки? Мешки, точно! Надо мешочек отнести. У нас и мешки спиздил предыдущий смотритель. Смотри, что делает, падла. Смотри, что делает. Я тебе сворую, камеры там установим. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, не бойся. Бойся, не нагнетай. Сейчас будет какой мешок, смотрите. Один мешок мы уже принесли. Второй мешок.
Ой, это я? По-моему, это не... Это не я! Это таракан какой-то, я вон впереди, смотрите. Ха-ха-ха, дурачок, блядь. Таракан за... Ну и где ты? Ну и где? Я спрятался, а ты где? Один приходи, мы тоже одни придем с мешками. Все как бы хорроры хоррорами, а нам возвращаться нужно, вон, работать. Но теперь, по крайней мере, мы знаем, что это была не черепашка. Я, конечно, не сильно разбираюсь в животных и все такое. На мой взгляд, это была не черепашка. Значит, из-под лодки вылез этот таракан. Все? Не надо больше мешков таскать, я надеюсь. А то я уже тут наигрался, пока ходил. За мной уже предыдущий смотритель начал гоняться, таракан усатый, падла. Ну как? Неужели еще мешки надо, вы издеваетесь? Хорошо, вот здесь за мной гнался таракан, верно? Таракан меня загнал прямиком вот сюда. Мешки больше не нужны, правильно? Правильно. С мешками все, значит, единственное, что... Лестница по-прежнему не нужна. А, вот, веревка. Новая веревка, чтобы подвесить мешки. Значит, эта падла усатая, она обрезала веревку и спиздила мешки. Потом она погналась за мной, и сейчас мы должны все это восстанавливать. Здесь он каждую ночь будет пакостить. Веревка. Теперь нужно спуститься и мешки подвязать, правильно? Раз мешок. Два мешок. Ну и какой мешок? Три мешок, ура! Поднимаемся наверх. Мы все починили, наконец-то. Но нам нужно быть аккуратными, потому что эта усатая падла, она рано или поздно вернется. О! Ну что, второй квест решен. Не могу сказать, что это было сложно. Скорее, интересно. А, что-то прилетело. Ворона. Это гнида все сломала, не бой. Ворона. Как я мог быть так слеп? Я думал, это таракан, а это ворона. Че, все? Возвращаемся домой? Не, закрыто. Не понял. Ой, это не ворона, это бабочка. Еще бабочки. Смотрите, сколько бабочек. Ну, по-моему, здесь слишком много бабочек. Я когда в Animal Crossing играл, у меня был на острове павильон с бабочками в музее. И каждая найденная бабочка помещалась туда, но их что-то слишком много. Ну-ка пошли отсюда. Кш, кш. Плохие бабочки, уходите. Они на свет слетелись. О, они послушались, видите? Они поняли, кто хранитель маяка, испугались и улетели. Умнички вы мои. Все? Что за звуки? Хорош ломать мой маяк, гнида! Выпусти меня! Дайте пройти! Войди сюда! Ой. Я думал, он сейчас сюда поднимется. Я это... Доорался, но нет, все нормально. Хорошо, раз так. Дождь усилился и началась гроза, а мне что? Хорошо, что эта хижина не протекает на самом деле. А, она протекает. Или это отражение какое-то непонятное. В общем, кажется, что она протекает. Во-во-во. Течет же, течет, да? Течет. Ну, работяга ты наш, может, все-таки это, посидишь дома? Я не знаю, иди в сортире вон спрячься. Нафига под дождем-то сражаться? Это может быть, конечно, и таракан, но тараканы, насколько я знаю, не боятся воды. А вот мы боимся всего, в свою очередь. Показалось.
Видимо, это уголь. Нет, это дохлая птица. Ну и нахуй ты ее откопал, закапывай назад тебе. Это не я, если что. Это не я. Кто меня подставил? Это не я, это птица. Она сама себя закопала. Он везде назакапывал говна всякого. Здесь пусто. Дождь издает странные звуки, и мне кажется, что кто-то все ближе и ближе. Ну и ладно. Я еще пооткапываю, у меня времени много. У меня времени много, тараканчик. Ты, конечно, думаешь, что можешь меня напугать? Но как бы я себе больше враг, чем ты мне, потому что я даже не знаю, чего я ищу. Ай-яй-яй-яй! О-о-о-о, понятно. Он просто лицом к нему стоял, его для начала развернуть надо. Беги! Беги, сука! Беги! А куда я бегу-то? Он, кстати, замедляется. Или нет? Он меня уже давно поймает. А, опять в сортир прячемся! Опа! Ну, в общем, это второе нападение таракана. Это не очень круто, конечно. Нам нужно продолжить поиски, пока не стало слишком поздно. А, вот что. Этот ублюдок закопал все. Он и ключ закопал, и масленицу мою закопал. Он все закопал. Кстати, лопата-то осталась, значит, в теории-то можно еще что-то найти. Это я сейчас пробегусь на пляж, и надо будет за маяком посмотреть. Да тихо ты, не вой, и так страшно. Еще птицы и метка. Метка с круассаном. Это хорошее знамение. Но метку с круассаном мы, очевидно, сейчас домой понесем. Маяк-то нужно включать или не нужно? Очевидно, нужно. Не зря мы нашли эту масленицу. Раз меня не выпускают отсюда, значит, остались какие-то незавершенные дела. Незавершенные дела. Кто масло спиздил? А вот не выпущу, а не выпущу. Обаловался кто? Опугал кто? А не выпущу. Не хочу. Не надо. Выпусти. О, меня выпустили, нихера себе. Ну, походу, нам некуда больше идти. У нас единственная разгадка где-то вот здесь сейчас будет крыться. Спасибо. Спасибо за бочки. Я просто забрал масло, если что, и ухожу. Мне проблемы не нужны. Может быть, таракан какой-то запасливый, и он просто все топливо в одно место сгреб? Наконец-то заставочка! Это значит, что третий день закончен, или какой там он уже по счету, я не знаю, десятый. Чайки прилетели поаплодировать, посмотрите! Какой охуенный смотритель маяка! Не испугался таракана, вау, браво! Овации ему, спасибо большое. Съебись, чердака. Спасибо. У меня есть медалька. Где-то, вернее, была медалька. Но теперь у меня этой медальки нет, у меня весь инвентарь пропал. Откуда здесь звук поезда? Это птица какая-то упала и пробила. Ничего себе птичка, кстати. Но теперь, наверное, дыру надо заделывать. Или мы прям так будем жить? Не, я, конечно, не против. Надо это говно отсюда вымести. Птичка решила остаться жить со мной. Хорошо, хорошо. Теперь нашему смотрителю будет, по крайней мере, не так уж одиноко. Давайте пока, знаете что, на этом моменте остановимся. Я не знаю, сколько здесь еще осталось геймплея. На 20 минут, на 30, может быть, на час. Мы примерно половину прошли, поскольку два медальона есть, два еще осталось. Я думаю, что плюс-минус столько же останется и на вторую серию. И уже во второй серии будем сидеть, думать, как это все чинить и как это заделывать, и что делать с дохлой птичкой. Посему все. Обратите внимание на описание. Там всякие группы ВК, Twitch, Discord. Большое спасибо за просмотр, скоро будет новое видео, ну и как обычно, счастья вам!